Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска, 3 литра, Япония, правый руль. Здесь получается передний привод. Мы заменим в коробке автомат, масло. Поддон снимать мы не будем. Фильтр масляный мы менять не будем. Здесь фильтр находится в поддоне, он сетчатый. Уже сколько раз разбирал, смотрел, он не забивается. Единственное, когда надо промыть магниты, но это видно, если масло грязное сильно, тогда да, надо снимать поддон, промывать магниты. Также можно промыть фильтр, но не менять его. В данный момент мы просто сделаем две замены. Сольем масло, зальем масло, прогоним во всех режимах. Опять также сольем, зальем, и на третий раз мы уже его выставим в уровень. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль и сливаем масло. Вот, поднял автомобиль. Ставим под коробку тазик и откручиваем шестигранником на 10. Откручиваем пробку. Масло горячее, поэтому не обождитесь. Сливаем масло. Ну вот, слилось масло примерно 4 литра. Закрутил пробочку. Опускаем и заливаем также примерно 4 литра. Это вот по тазику видно, какой объем слился. Заливаем. Здесь на щупе написано, какое масло используется. Вот оно. Написано АТФ тип Т4. Также оно, по-моему, на самом щупе здесь написано. Да, вот тип Т4. Вот оно. Если видно, отсвечивает. Тип Т4. Заливаем. Очень мне понравилась кастроловская баночка. Вот такой вот у нее маленький носик. И он гибкий. Вставляем в щуп. И все, и вот берем, заливаем. Удобно. Хоть так, хоть так. Масло мы будем использовать оригинальное. Toyota. Номер его 08886 01705. Тип Т4. Сейчас берем четверку, заливаем. Не торопясь, потихонечку заливаем. Так, ну вот, залил 4 литра масла, поставил на место щуп. Сейчас заведем. Прогоним во всех режимах. Режим трак. Режим тракта. Яркость дисплея снижена. Голосовое оповещение включено. Так, ну автомобиль успел остыть.
ручное переключение, вот видно внизу единичка, вот вторая передача, третья передача, четвертая передача, пятая передача. На ручном здесь 5 передач. Драйв, нейтралка, задняя, парковка, задняя, нейтралка, драйв, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Ну что, идем сливаем второй раз масло и уже будем на чистовую заливать. Ну что, установили тазик, откручиваем пробку и сливаем второй раз масло. Не забываем, двигатель разогретый, не обожгитесь. Сливаем. Масло, в принципе, уже чистенькое. Вот на руках видно. Правда, сейчас темно, но вот сейчас покажу состояние просто масла. Вот оно. Так что закручиваем и заливаем снова. Опускаем. Также вскрываем вторую банку. И заливаем. Масло тоже самое, тип Т4. Так. Ну, так же, как и первую баночку, мы вливаем вторую. Не торопясь, потихонечку. Продолжаем. Вот, залил вторую банку. Вставляем щуп. Заводим автомобиль, прогреваем его и измеряем уровень. Вот сейчас у нас двигатель прогрелся, но все равно у него, у коробки пока температура еще не та, которая должна быть. А масло у нас получается вот. Это на горячую должно быть. Но оно практически у нас на горячую. Но коробка еще до полного горячего состояния, до 90 градусов, она не разогрелась. Поэтому масло мы заменили. Если что там у нас на доливочке чуть-чуть осталось. Сделали мы частичную замену масла, частичной заменой. Мы два раза слили и два раза залили по 4 литра. Второй раз залили, уже выставили под уровень. Все нормально. На этом замену масла коробки мы закончили. Всего вам доброго.